Опасна ли акула-молот для человека? Нет, не опасна, если речь идет о том, является ли человек планомерным объектом охоты акулы. Эти хищники не питаются людьми и в качестве добычи человека не рассматривают. И да, опасно, если речь идет о случайных нападениях на людей. Такие печальные происшествия истории известны. Более того, акула-молот входит в десятку самых опасных для человека акул с точки зрения возможности неспровоцированной агрессии.